Лала Чуэлл – все, что мы знаем о новом черном бриллианте. Полгода назад афроамериканская школьница завела Инстаграм и покорила интернет своей красотой. Девочка называет не иначе, чем темнокожая Лолита и новой Наоми Кэмпбелл. Вряд ли Лола думала, что аккаунт в социальной сети способен круто изменить ее жизнь и превратить юную школьницу в модель, за которую будет охотиться и ведущие агентства. Но стоило девушке сделать страничку, на которой, кстати, всего 37 фото, как к ней побежали сотни тысяч подписчиков. Сейчас их более 360 тысяч. В чем секрет популярности Лоли? Начинающая Наоми всего 16 лет. Она живет в Лос-Анджелесе и учится в школе, причем весьма хорошо, как пишет сама девушка, она знает аж 8 языков. Правда, каких не уточняет. Естественно, подписывается на нее не ради знаний, как дело, о, вернее, все дело в красоте. Для такой, что люди сходят с ума. У Лолы правильные черты лица, высокие точеные скулы, огромные глаза, густые брови и такие пухлые чувственные губы, что позавидует сама Джоли. Прибавьте ко всему этому бархатную кожу, длинные черные, как смола, волосы и стройную фигуру, и получится идеал. А какой задумчивый, томный взгляд и густые ресницы. На девушку можно смотреть бесконечно. У Лоли известно немного. В одежде она предпочитает в стиле casual, любит футболки, толстовки, худи, джинсы, короткие топы и грубые ботинки и кепки. Девушке нравятся фильмы Тима Бертона, из музыки она предпочитает Frank Ocean и Lana Del Rey. Ее любимая игра – это лото. Лола Скорпион, она родилась 10 ноября. Судя по тому, что пишет девушка, она не придерживается диет, любит хорошенько поесть и обожает сэндвичи. Лола высмеивает тех, кто все еще считает губы как утки модными и красивыми. И она же считает, что надо любить таким, какие есть. Сидя, девушка рекламирует одежду, в частности, подбегает из сети футболки со смешными надписями, косметику, телефон, украшения. Но это только начало. Посмотрим, что будет через год, когда Лола закончит школу с такой внешностью. Ее непременно ждет большое будущее. Если это понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь.